Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Какого фига? Я даже ее не заметил. Люто спит. Меня змея заразила лютоспидом. Что за фигня? Так, прыгаем. И давай. Офигенный прыжок получился. Прям по змейкам. Так, ну давайте что-нибудь, я даже не знаю. Что-нибудь другое просто там. Нет, ну это как-то совсем просто. Вот так сделаем. Змею стошнило. Это так прикольно было. Так. Давайте вызовем счастье единорожика. Ладно, посмотрим, как у нас бьет наше оружие. Отлично. Читать 2000 урона за раз. Это круто. Так. Все, нам сюда. ХП у нас медленно останавливается. Боже. Так, ладно. Смотря какие у тебя товары. О, у него есть что-то наверх. Получаешь 200 здоровья, увеличить максимальный запас здоровья на 250. Ничего так, кстати. Так, облачение епископа. О, слушайте, а может купить? Вроде не так дорого и при этом вроде бы полезно. О, святой урон. Нашивки для костюма. Так, восстанавливает дополнительный 100 здоровья врагам, атакующим до 75 урона. Здесь ничего не надо. Давайте сейчас переоденусь быстренько тогда. Так. Что у меня там увеличит максимальный запас на 10? То есть отсюда снимаем, положить в инвентарь. И надеваем мантру. Или как она там называется? Митра, точнее, епископа. Так, получить 2 очка. Каждая атака высосут 10 здоровья. Так, восстанавливать дополнительно 250 при исцелении. Это не то. Врагам атакующим. Так, это не то. Это все не то. Так. А где же был? На 15 там что-то вот вроде. А, вот, на 10 точнее. Так, а здесь у меня что стоит? Восстанавливает 50 при каждом ходе и максимальное количество очков мощи на 2. Так, положить в инвентарь и положить в инвентарь. Так, теперь. 10-15 брони. Так, очков мощи. Вот, кстати, про очки мощи. Так, шоково с ходом. Так, наносит урона, когда уровень ниже 25, врагам атакующим устанавливает дополнительно. Я даже не знаю. Получает на 20% больше денег. Ну, кстати, можно. Почему нет? Так. На 10 больше урона. Максимальным количеством очков. Вот. Вот оно, дорогое мое. Так. А, кстати, я забыл шапку сменить. Во. И перчатки епископа. Получает 5 здоровья при каждом ходе в бой. Ну, это неинтересно. Что у нас там есть покруче? При атаке ближнего боя. Атаки.
Я даже не знаю. Давайте плюс 10. Точнее, нет, стоп. Есть плюс 15. Вот, отлично. Отлично. Теперь у нас полностью одетый персонаж с полностью крутыми фишками. Как-то много всего нам наприходило. Надо будет потом это продать. Ладно. Так, ты вообще кто? Что у тебя здесь можно сделать? Ничего. Ну, окей. Ну, канадский этот. Доллар. Ну, или лист. Я просто лист. Я думал, за что-то полезное. Так, хорошо. Канадцы очень религиозны. Стойте, а нам можно туда пройти, кстати. Нельзя? Окей. Какой канадец страшный. Praise God. Praise God. Praise God and Christ. The prince thinks Canada is a monarchy. But there's other people with opinions, by God. Sorry, God. What's this? Who the fuck hits a bishop? Люто спит. Воу, люто спит. Слушайте, он до сих пор действует. Это как-то напрягает. Давайте надаем промеж ног. На! На! Следующий на следующей неделе. Соответственно. Так. Ну, конечно, в этом случае очень приятно играть на геймпаде, потому что здесь выполнять какие-либо крутые вещи очень просто. Черт, он хилится. Мне нужно пробить его защиту. Давайте. Раз, два, три. Бам! Бам! Вот, кровотечение. Отлично. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Что мне надо? Мне нужно опять его побить. Так, избавиться. Надеюсь, успею. Отлично. Воу, ты потише. Я, конечно, понимаю, что все канадцы пердят на людей, но... Зачем это делать? Интересно. Так. И поехали. Черт, у меня не получилось, я не вовремя нажал, и в итоге броню снял у себя. Ну или что-то типа этого. Так, я могу выпить еще... Эликсир силы. Отлично, и используйте еще раз крысу. Хотя сейчас на самом деле без разницы, мог бы и не пить. Просто пострелять, например. А почему бы и нет, почему бы лишний раз не использовать крысу? Все, мы убили его. Ура! Окей, окей, пожалуйста, не нужно меня. Я уйду, и принц никогда не узнает, что я жив. Пожалуйста, возьми эти диапиг тестикулы и скажи принцу, что они мои. Как, вот сейчас вот точно мне нужен ваш совет. Мне взять чужие яйца или взять, прикончить епископа? Давайте, решайте. Я пока чайку попью. Потому что я вот не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Давайте, хотя бы один комментарий, ребят. Скажите мне, что мне делать? Я в растерянности. Тишина. Такая тишина. Ладно, нас попросили прикончить. Давайте прикончим. Ой, нам даже оружие дали. Может, оно круче, чем... Нет, оно не круче. Кстати, вот здесь вот... Опа-на! Мы открыли! Такой музончик сейчас странный пошел.
Кстати, пила была, я так только что, да, вот, диск кровопускания, только что видел его. Интересно. Это я просто сейчас сидел в шоке от того, какой у него урон. До 100 брони. Где-то я видел, там добавляет много урона. Давайте поставим игнорировать до 100 брони. А, причем две атаки у него. Круто. До двух случайных ударов. При идеальной атаке цель начинает стекать кровью. 6. Ладненько. Ничего, собственно, сложного не было. Так. А, стоп, стоп, стоп. Я же забыл. У меня способности теперь могу прокачать. Я даже не знаю. Так, ты глушаешь всех врагов на один ход. Ну, кстати, полезная способность была бы. А здесь нокаутирует противника, ты становишься проворней. Наверное, вот это лучше. Да. Давайте опять в Оттаву. Убили епископа. Как и просили. Все. Мы выполнили квест. Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Shh. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. Okay. Так, вот, кстати, с принцессой мы можем? Окей. Okay. Давайте бежим обратно. У нас уже вошло это в привычку, мы просто бегаем туда-сюда. Это нормально. Теперь в Ванкувер. Сейчас нас такие, а, ты убил, ты негодяй. Нет, все, мы тебе не будем помогать. Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Сильных маньяк. Оу. Что, вот это, кстати, прикольно. Это реально прикольно. Только непонятно, что это. Ну и ладно. И вообще. А, это, кстати, может быть, это дом Терренса и Филиппа, как вариант. Ну, фиг знает. Так. Здесь что-нибудь есть интересное? Не знаю, покажи, что у тебя есть. Оружия нет. При атаке устранить дополнительные 5 щитов нет. А ты сейчас скажешь. Я убил такого причастного. У кавишки. Так. Все, больше здесь, в принципе, ничего вроде бы нет такого. Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Магия монахов. Так. Борода дровосека. Ну, фигня, но тем не менее, почему бы нет. Шлем варвара. Плохо. Так, в принципе, пока хватит. Больше тут ничего нету? Вроде бы нету. Пойдемте тогда отсюда. И поговорим как раз-таки с монахами. Я так полагаю, что они вот здесь вот.
почему-то мне так кажется. Кстати, надо было время защищать, ну ладно. Ну, в итоге где-то 45. Nah, it can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. Oh! What is the sound of one anus farting? Now you know. Ой. Так, стоп. He knows dragon shout. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. Так. My God, he can cup a spell. If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fez? Да ё-моё. The sneaky squeaker. Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Your magic is impressive, young American. Да ладно. Not since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki! Here, watch again. Now you try. Believe in yourself. Офигеть. Жесть. You did it. Now go out and use your anus for the good of mankind. And don't ever, ever fart on a man's balls. Ну ладно. Блин, это было прикольно. Ну, кстати, то, что они здесь сделали пародию на Матрицу, это тоже весело. Так, ладно. Мы сейчас будем возвращаться потихоньку. Да иди ты нафиг. Не хочу я со змеями драться. Успел? Успел войти? Да, вроде успел. Не хотел я с медведями драться. Мне сейчас нужно как раз таки пробить. Черт там шептун. Рев дракона, Нагасаки. А вот она. Нагасаки. Черт. Так, надо. Как интересно. Охренеть. Окей. Мы сделали что-то страшное. Так, а можно? Интересно как-то. Здесь ничего не показывается. Ладно, окей. Давайте просто как-нибудь попробуем. Попробуем, чтобы попробовать. Даже не знаю. Гномья пыль, управление напарником, стрельба. Вот. Так, змеи под спидой. Так что все нормально. Точнее, мы под спидой. Окей. Как-то что-то я, видимо, криво сделал. Ладно, отравим всех сразу. Ha 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 ha!
нифига, вот так я вам скажу. Оу, я не ждал второго волка. И черт, у нас утащили Кенни. Бедный Кенни. Poor Kenny. Медведь. В принципе, у них у всех почти хп 0. Давайте только сначала похилюсь все-таки. Целебный эликсир. Почему бы нет? Так, и в принципе я... Нет, второй топот ноги я не смогу сделать, а вот пульнуть диск в кого-нибудь вполне. Но почему-то он не пульнулся. Ладно, они все равно откинут все лапы сейчас с ногами и всем остальным. Все, я кое-как выжил. Так. Кое-как я выжил. И собрал со всех них хорошую добычу. Отлично. Да стой ты. Так. Доспехи варвара. Круто. И вот здесь еще что-то лежит. Да, 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 да. Пиксельный осколок, круто. Ничего не понял, но, наверное, круто. Наверное, он нам все перевел. Так, новое сообщение от принцессы. Ты истинный герой Канады. Ох, как много у нас друзей-то появилось. 65 друзей, ребят. 65 друзей. Ох ты ж мать. Тихо. Ну, теперь мы крутые по-любому. Так, ну из Канады я бы не выходил на этот момент. Есть такая вероятность, что можно вверх там пройти, я видел. Принц со мной не хочет разговаривать. Да, принцесса немножко со странностями, но это нормально, это принцесса. Здесь что-нибудь новенькое появилось? Давай, давай, давай. Показывай. Нет, ничего у тебя новенького не появилось, ничего интересного тоже. Поэтому убегаем отсюда и пытаемся пройти наверх. Продавать что-либо, в принципе, пока еще рано. Да, не зря я решил сюда прийти. В общем, вообще у меня много чего всего там валяется. Встань, 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 встань. Почему я сюда не могу зайти? Вот, кстати, может... Нет, не рёв дракона. Не, не хочет. Отстань! В общем, не знаю пока, как пройти через паутину. Возможно, нам тоже что-то дадут, и мы сможем туда пройти. Так, кстати, надо сменить напарника. Ой, стой, тихо. Да стой ты. На, как его? Так. Все-таки, несмотря на все про все, он один из самых веселых персонажей, на мой взгляд. Ну, не считая Кенни, конечно. Так, ключ мы, конечно же, не получили, да? Так, ключ мы пока не получили. И в звонок звонить почему-то не можем. Видимо, потому что там чего-то не хватает. Хорошо. Пойдем пока просто по выполнению задания далее. Так, тут опять же куча зомбов. Но нам на них пофиг. Нам
Нам опять к девчонкам надо. А ближайший флаг вот здесь. The zombies came for the tacos, that's my theory. Да, зомби пришли за тако, конечно. Ready to go back? Опять. The girls are ready to see you. See, right here it says that five women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom! So Heidi Turner was the two-faced bitch! The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freaking whore! Two-faced butt rag! Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass! But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi! Yay! Yay, Heidi! You serve us well, new kid, so you have our services. Tell the boys we will play their game. Sparkle! Sunshine! То есть, по сути, они ее все равно простили, и тогда вопрос, нахрена я это вообще делал, если они все равно ее простили. Thank you so much for clearing my name. Now when girls call me a whore, it's more in a joking way. You're totally hot. You're really different from the other boys. Like, you aren't even gross. I learned that betrayal can actually make your friendship stronger. And it's all... As an honorary girl, you've been granted full access to our adorable supplies. Wanna do a little shopping? Так, а у вас есть что-нибудь интересное? У них есть шакрам. Но нет, мне здесь ничего не интересно. Так, а в снаряжении... Выглядит, конечно, прикольно. Но, по-моему, как-то немного не так, как надо. Ладно. А имидж? Кстати, вот очки в квадратном направе ничего так, но... Как-то не знаю. Не то. Так. Потребляемые вещества, в принципе, у меня все есть. Так что... Боже. Ладно. Почему-то я не с той общаюсь, хотел с верхней, ну ладно. Все, окей. Мы уходим обратно. А, так вот почему... Да ладно! То есть вот... Окей. Они сидели в женском туалете. Я промолчу. Так. Да вообще без вопросов. Так, что у нас здесь? Шарик с водой. Черт, блин, где мне детей искать? Вот я даже не знаю. Они же могут быть, где угодно. Так. Смотрим, что там по заданиям, кстати. Создание альянсов, вернуться к Кайлу с новыми бойцами, которых я собрал. Ну да, мы собрали очень много народу. Теперь можем вернуться. Может, что-то полезное появилось. Нет, мы там все открыли. Все открыли, разыскали. Так. Я надеюсь, я успею за сегодня допройти игру. Иначе мне придется делать еще один стрим. Как нас много-то, а? Так не говорите, что опять ночь, опять поздно. Use photon torpedoes to vaporize the Klingons.
Kevin, god damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armies of justice! Prepare! Ready! And let's meet a plan! А ведь угадал насчет Ютуба и сложения о них легенды.